Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы играем в Cooking Simulator. В прошлой серии мы с тобой что-то сделали, а что сделали, хрен его помнит. Здесь у меня неаполитанское тесто, здесь у меня пшеничное, здесь у меня нью-йоркское. Нью-йоркское давай бросим вот сюда, в этот, прям, чтобы все в одном месте лежало, чтобы оно мне с панталыки не сбивало. И мне сказали, что нужно хранить его вот здесь, типа, ну, чтобы прям вот далеко не ходить, чтобы прям вот тут вот валялось оно и... Ну и проблем с этим совсем вот этим вот поиском его не было. Ну-ка, что такое? То есть... не особо я могу сказать, удобно это все делается. Хотя, может быть, где-то здесь есть полка для этого, нет? Скорее всего, нет. Ладно, давай вот это вот сюда поставлю. Да, ну, конечно, давай просыпь его еще. Угу. И в целом-то, наверное, верно все. И можно начинать... Хотя... Да у меня все есть. Да, мне сказали, что нужно этот... маринару-то пододвинуть. Потому что она чаще всего используется. И поставить ее в центр. Давай сделаю так. Главное не потерять. Блин, день надо закончить. Ингредиенты готовить мы не будем с тобой, потому что у меня все вроде как есть. Нет у меня только достаточного количества маринары, и это исправимо, мы сделаем ее в это, сегодня прям. Пицца с беконом, салатом и что-то там еще. Открывай, закрепляй, и пошло-поехало. Нью-йоркский стиль, это вот он. Средняя. Кладу на стол. Беру скалку, размазываю. Это очень интересное занятие. Если тебе захотелось пиццы, это нормально. Альфредо, блин, конечно, мы с тобой не передвинули. Но ничего страшного. Маринара все же чаще всего используется, поэтому маринара пусть посередине, а Альфредо пусть в уголке посидит. Теперь нарезанный марцана, вот это вот, где они у меня? Нарезанные, вот они. Так, 80 грамм в одно... 8 штучек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блин, вот этот угол остался пустым. Грустно. Бекон нарезанный. Его нужно 4. Блин, значит так мало-то на такую огромную... Не 4, 8 надо тоже. Что ты с панталыки тоже меня сбиваешь. Раз, два, три... 4, 5, 6, 7. Ну, как бы хватит, мне больше не нужно. Давай вот тут 8 будет. И чеснока нарезанного еще. Чеснок нарезанный. А у меня есть чеснок нарезанный? Именно нарезанный. Вот, да, вот он. 32 грамма. В одной плюшке 8. Раз, два, три, 4. Теперь латук. Латук это вот это вот. А, это артишоки. А латук вот он. Нарезанный. 64 грамма. Это два раза бросить. Раз, два. Красота. А вроде как все. Вроде как готово. Пойду печку разжигать. Раз, два. 5 бревен надо кидать туда, и тогда вообще проблем не будет. Да? Да. Хорошо. Кстати, по поводу лопаты. Сожгу ее где-то посередине видео, не знаю. Где-то посередине, знаешь, на какой минуте? Не знаю. Я сам не знаю, на какой минуте я это сделаю. Просто смотри и узнаешь, что будет с лопатой, если ее сжечь. Просто будет какая-то у тебя хоть мотивация смотреть. Средняя, пицца средняя. Так, написали, что есть тарелка, табуретка или там что-то еще. Не ставится это на табуретку, понимаешь? Не ставится. Поэтому я... Ой, в мусорку не надо, в мусорку это плохо. Поэтому я пользуюсь полом. Пол — это универсальный этот способ. И место размещения. Двойная мясная. Да, блин, вкусно, наверное, двойная мясная это. Фантина тертая, хумус. Твою-то маму, ну. Столько всего. Столько всего и столько всего нового. Ну ничего страшного, сейчас сделаю все. Мне кажется, я что-то забыл сделать. Все-таки что-то я забыл положить.
Ну, потому что не может пицца выглядеть так неаппетитно. Это максимально неаппетитная пицца. Ну, ничего страшного. Серьезно, я смог разбить тарелку. Оказывается, они бьются. Блять. Это уже ни в какие рамки. Мне кажется, это не должно так работать. Это против правил. Это против правил игры. У меня не было никогда, и вот опять. Я одну тарелку всего-навсего разбил за все... За 19 серий я разбил всего... За 18, точнее, одну тарелку, и сейчас я внезапно разбиваю все. Ну ладно. 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 Неравномерно ему лоток нарезанный распределили. Да пошел ты. Испоганил мне отзывы просто. Вот такие люди, знаешь, поганят обычно заведением хорошим отзывы. Пишут, что вот типа там у них пыль на подоконнике я увидел. Вот беда, пиздец, беда какая. Лоток ему неровно разложили на пицце. Да ты даже на него не смотрел. Ты даже на пиццу не смотрел, заточил за обе щеки, а теперь жалуешься. Ладно, ладно, что ж поделаешь-то. Пойдем за продуктами. Будем делать хуммус. Мне нужен нут. Нут — это орехи. Это вот где-то... Угу. Может быть, где-то здесь? А, вот он. Почему это на кукурузу похоже? Раз, два, три. Тахини. Это жидкость, лимонный сок. Жидкость, чеснок, 30 граммуль. 30 граммуль чеснока. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Соли, воды, молотый тмин. Петрушка свежая, 30 грамм. Петрушка свежая — это где? Петрушка свежая, она, по-моему, там лежит. По-моему, да. Беру гастроемкость, ну, куда ж без нее. В утвари гастроемкость покупаю, кладу ее в кухонный комбайн, беру нут. Мне нужен аж целый килограмм. Блять. Просто серьезно, я сейчас насыпал мимо. Да, я 100 грамм мимо насыпал, да? Да, 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 большой молодец. 400-400, это 800, будет 1100. Обидно, досадно, а что поделаешь? Так, а, во, вообще смотри, какая красота. 999, ладно. Это в норме, да? Да, ну, один грамм я не смогу, в принципе, насыпать. Теперь тахини. Тахини я не покупал, поэтому наверняка нужно его купить. Жидкость. Жидкость. Тахини. Купить. Сколько? 250. А сколько в банке? Видать, 250. Потому что что-то очень-очень медленно течет. Если не 200. Ладненько. Да, блядь, да что ж такое-то, ну? Чё-то сегодня не мой день, по-моему. Лимонный сок. Лимонный сок вот где-то должен был стоять. Но, скорее всего, не найду я его, потому что не покупал. Лимонный сок. Не разбей его, пожалуйста. 150 лимонного сока. Красота. Так, чесночку 30. Чесночку 30, это вот. Вот весь чеснок надо насыпать. 10 соли, воды 150. Я, блин, сейчас забуду. Забуду все. Чеснок-то где? Ой, соль-то где? Вот соль. Соли нужно 10. Десяточку. Десяточку соли, воды, тмина. Тмин здесь есть? Здесь есть тмин. Корица. Порошок луковый, кайенский, паприка. Тмина здесь я не наблюдаю. А может быть здесь орегано? Блять. Тмина нет. Специи. Тмин, тмин, молотый тмин. Купить. Ну будет, если что, еще один. Его тоже 10 надо. Теперь оливковое масло. Оливковое, вот оно. Сколько? 40.
Лишка налил. А что я сделаю? Ничего не сделаю. Петрушка свежая. Базилик. Петрушка свежая одну. Вот сюда. И получается, я только накосячу с маслом. Ну, пока только с маслом. Сейчас еще воды налью. Вода есть в бутылках, я так понимаю, здесь. Да, здесь есть в бутылках вода, поэтому посмотрю сейчас, сколько здесь ее литр. Литр, блин, литр много. Я даже говорить ничего не хочу, серьезно. Как я раньше играл, ничего не разбивал. Не знаешь? Я тоже не знаю. Ни разу ничего не разбил, блядь. Ни разу ничего не разбил. И сейчас я просто внезапно разбиваю все. Просто все, что у меня есть, я разбиваю. Ладно, что ж поделаешь. Так, теперь идем в рецепт самой пиццы. Не сюда. В рецепт пиццы, говорю, в заказ мне нужно. 7 минут уже готовится. Хумус, фонтина, прошутто есть. Бекон есть. Фонтины тертый нет у меня. Фонтины тертый. Нет же у меня фонтины тертый нет. Да нет, конечно, откуда я ее возьму-то? Я ее не резал. И не тер. Давай, в утвари гастроемкость покупаю. В терку засовываю гастроемкость. И иду за фонтиной. Так, фонтина. Она где-то... Нет, это горгонзол, чеддер, фонтина. Раз, два. Два куска фонтины возьму, половинку этого. Ой, точнее, килограммчик. И все это натру. Ну, потому что, чтобы было. Блин, да обидно до жути, не представляешь как. Ну, серьезно, блин, разбить столько всего. Просто на ровном месте. Теперь, что я беру-то? Хумус мне зачем? Ты мне расскажи. Хумус мне нужен. Мне нужен рецепт двойной мясной пиццы. Закрепляю рецепт двойной мясной пиццы. Пшеничное тесто беру. Это неаполитанское и нью-йоркское. Мне нужно пшеничное. Среднее пшеничное. Кладу сюда. Давай, начинаю его размазюкивать по столу. Но мне кажется, я уже не укладываюсь в 10 минут, и поэтому мне торопиться особо некуда. Сначала нужно хумусом намыть пиццу хумусом. Выглядит, конечно, как-то прям не очень. В намазанном состоянии выглядит как мед, а вот в половнике выглядит прям погано. Фонтина тертая, 160. Это получается, что у нас с тобой? 160. Угу. Вот так. Теперь прошутто кота нарезанное 120. Это круто. Это кота вот. 120. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Да ну серьезно, куда я еще-то одну положить должен? Вот сюда, может быть? Восемь. Теперь нарезанного бекона еще. Куда же столько мяса? Хоть, у нас двойная мясная получается. 64, это 8 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Лист базилика, 24 граммульки. Лист базилика, вот он. 24, это 8 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, в принципе, готово дело. Пойдем печку растоплю. А то она уже остыла, пока я тут готовил все это, все эти соусы. Ну, обидно, конечно, блин, за эти все бутылки и всякие вот эти склянки. Кошмар. И серьезно, реально обидно. Я разбил столько всякой посуды, что даже, ну, не сосчитать убытков. Убытков не сосчитать, блядь. Просто в долги себя сам загнал. На ровном месте. Ну, я, конечно, утрирую. Это все дело не такое дорогое, но на самом деле, ну, почему я... Как я их мог... наразбивать, если они раньше никогда в жизни не разбивались. Я никогда не встречался с такой проблемой. Я ничего не разбивалось никогда в жизни. Понимаешь? А тут просто берет и разбивается.
Неаполитанская средняя, неаполитанская средняя, это вот, так, это маленькая, а вот это средняя, беру, раскатываю, и вот она, моя любимая маринара, которой мне сейчас не хватит. Выходи, у меня там пицца уже пригорать начала, я же говорю, в голове часы просто установлены, знаю, когда что пригорать начинает. Хорошо, что хоть лопатой сейчас ты не разбил его, ну. Взял, подошел вот на расстояние вытянутой руки и отдал. Маргарита. А, ну, ну со временем согласен. Тут без вариантов. Соус маринара. А, теперь посередине. Я же ведь привык туда теперь ездить, налево за этим соусом. И вот я теперь буду туда ездить. Мне кажется, вот туда было практичнее гораздо поставить, чтобы я не сбивался. Я же привык уже. Моцарелла. Соточку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Соточка моцарелл. Блин, поближе к краям надо было располагать, потому что тут вот не будет сыра. Лист базилика 24 грамма. Что-то прям как-то скудно. Раз, два, и три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ля-пота. Теперь беру я дрова, кладу в печку. Перегрел. Ты представляешь, перегрел. Остудил. И иду. Да ну-ка, ну давай еще, сломай стол мне здесь. Ну все сломай. Не свое, не жалко, можно сказать. Хотя нет, это теперь же мое. Мне же ключи отдали. Поэтому это мое все. Все мое. Беру следующий заказ. Что там по заказам-то? Это было... Было... ух, ёпть. Ну, в принципе, это тоже достаточно все просто. Теперь я беру неаполитанский стиль, маленький... Да где я тут? Маленький. Мазюкаю. Маринару, говорю. На две пиццы осталось соуса, это прям грустно. Пармезан тертый. Тертый пармезан это... А где пармезан? Вот тертый пармезан. 16 грамм. Все. Маловато. Прошутто круто нарезанное. 60 грамм. 4 штучки. Раз. Два. Три. Четыре. Пицца сейчас горит. Я тебе точно говорю. Сгорело, блин. Прям все плохо, блин. Все очень плохо. Как-то все совсем не от... Нет, не так, как я хочу. Ну, серьезно, сгорела пицца, представляешь? Ну не сильно прям, конечно, но... Мне кажется, не будет мне больше 3 звезд за нее. Это грустно, конечно. Но что поделаешь. Новый уровень. Чесночный соус. Нужно выбрать ингредиенты. Гранна падана, давай. Креветок, кальмаров и... Яичница глазунья в пицце? Не, да лучше мидий. 5 звезд за сожженную пиццу? Да ты шутишь. Ты представляешь, насколько меня любит этот клиент? Видать, он постоянный, поэтому можете себе позволить меня просто не послать нахер за такую пиццу. Кукурузы. Кукурузу надо насыпать еще два разочка. Раз, два. Все, пицца готова. Вроде как все я сделал правильно и все по рецепту. А там как знать. Выхожу. Выбрось тарелку. Ставь. Следующий заказ. Салями это хорошо, но опять маринара, елки-палки, опять маринара, маленькая.
Уже хорошо. Неаполитанский стиль маленькая. Размазываю. Так. Ну, наверх. Наверх за маринарой. Намазюкал. Трррррр. Все, все красиво. Сыр, моцарелла тертая. Моцарелла тертая, она... Это пармезан. Моцарелла тертая, вот она. Раз, два. И салями нарезанная 32. Это пепперони, вот салями. 32, это 4 штучки. Раз, два, три, четыре. И лист базилика. Нет, лист базилика это уже излишек будет, потому что я сейчас сожгу пиццу. Да, уже начал. Уже начал сжигать, но так как предыдущий клиент мне за такое дело ничего не сказал, значит, можно, в принципе, такое допускать. Ну, чё такого-то, подумаешь, блядь. Ну, сгорела пицца, ну и чё поделаешь. Чё поделаешь, никто от этого... Ай, ладно. Я буду сдавать вот отсюда. Что это было-то хоть? Вот это, наверное. Я просто, я ничего говорить даже не буду про это. Лист базилика 12 грамм. Разбить столько тарелок просто за 20 минут, я мастер. Мастер своего дела, так сказать. Хорошо, что стол не сломал и штукатурку не облупил на стенах. Это вот... Насколько надо быть рукожопом, а? Вот серьезно, насколько надо быть рукожопом, чтобы все это натворить? Не знаю, я тоже не знаю. Следующий заказ. Капричоза. Опять маринара. Последняя маринара, которая у меня сейчас будет, потому что закончилась у меня маринара. В неаполитанском стиле тесто нужно взять среднее. И размазать его и намазать маринарой. А что поделаешь? Что поделаешь-то, блин? Блин, слушай, не, у меня еще на одну пиццу хватит. Да, хватит на одну пиццу. И это меня радует. И моцарелла нарезанный 100 граммуль. 100 граммуль. Так, это получается нужно поближе к краям. Вот так вот где-то, вот по вот этому кругу. 2, 3, 4. И вот сюда вот одну еще. И теперь я иду просто за малюсенькой, блин, тарелкой. Ставлю ее вот сюда, беру лопату. Половина почти сгорела уже. Да ладно, а когда столько времени прошло? А, ну я там пока в рецептах разбирался, где-то еще что-то там делал. Тогда понятно. Нет, ничего страшного не произойдет. Сейчас мне все равно 5 звезд дадут. Не буду я, конечно, в этом уверен. Главное, чтобы осколка туда не попала, и вообще все круто будет. Теперь. Сыр подгорел. Ну, подгорел и подгорел, что ж поделаешь. Косячный день какой-то прям. Прошутто-кот, это вот это светленькое. 120 грамм. Это много, очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блин, слушай, вот это вот идеально расположил. Шампиньоны 50. Это 10 штук аж. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодые артишоки нарезанные. Ну, это нормально. 100 грамм, это 4 штуки. Раз, два, три, четыре. Чё вкусного в артишоках вообще? Как я на вкус? Напишите. Маслин нарезанный 64. Это аж вот так вот надо сделать. Раз, два. Вкуснятина. Блин, выглядит достаточно аппетитно. И, в принципе, много очень начинки, поэтому должно быть вкусно. Сыра маловато. Я бы сыр еще наложил. Еще бы соточку. Прям, чтобы все было в этом сыре. Чтобы прям все-все-все было в сыре. Это была средняя, поэтому беру среднюю тарелку и... Беру следующий заказ. Выхожу. Мясо, овощи. Соус Альфредо. Вот спасибо, вот спасибо, вот спасибо, блин.
Теперь беру я тесто в нью-йоркском стиле. Это вон то. Среднее. Ага. И раскатываю. И в целом больше я ничего делать не успеваю, потому что времени уже не хватает мне на это. Если бы я намазал сейчас этим соусом, было бы уже вот настолько же вот больше. Поэтому я лучше вот тут подожду, посижу. А то опять скажут, сыр подгорел, еще что-нибудь подгорел. Там артишоки вздулись. Или какая-нибудь другая проблема нарисовалась. А у меня печка-то не остыла еще, нет? Погоди. Я в печке в холодной уже это готовил. Не предусмотрел. Вот серьезно, я это делаю абсолютно не специально. Если бы я это делал специально, я бы делал это иначе. Я просто хотел выбросить лопатку и взять тарелку. Но нет, блядь, я бросил лопатку и разбил тарелку. Буду бросать в абсолютно противоположный край. Пять звезд. Уже спасибо, что хоть 5 звезд дали. Так, среднее тесто Альфредо. Альфредо соус. Намазюкал. Так. Фантина нарезанная. Я уже делал. Она где-то у меня где-то должна лежать вот. Где-то, погоди, а где она? Где нарезанная фантина? Или у меня фантина тертая? Я забыл, что делал. Да, фантина тертая. Ну, пойдем за нарезанный фантин. Погоди-ка, у меня здесь есть пустые плашки. Ага. Нарезанная фантина, говорит. Нарезанная ей нужна фантина. Ох, господи, господи. Так, она где у меня там? Внизу, да? Раз и два. Блять. Ну, где? Где сыр-то? Ой, господи, господи, а. Чё так все сложно-то? Куда там? Ага, вот сюда. Ой. Фантины нарезаны. 150 грамм, 5 штук. Раз. Два. Три. 4. 5. Пепперони нарезанная. Пепперони, она вон она. 10 штучек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, в целом, вот эти вот две только выделяются, а так нормально. 64 маслин. И 8 листов базилика. На кой этот базилик там уперся, я вообще не понимаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И это все, вот эту вот белую поганку бледную, я должен отправить в печку. Да-да, такие правила. А что поделаешь? Все, так, ладно, разогрел и разогрел. Беру пиццу. Беру. И отправляю ее греться. Холодно, холодно, а она греться хочет очень сильно, поэтому я ее отправляю туда. Угу. Добить тарелку нельзя, как жаль. Теперь беру следующий заказ. Выхожу. Салями была, мясо... мясо овощи было, салями... Салями до нее была. А, средняя неаполитанская, пшеничная неаполитанская, вот она. Угу, средняя неаполитанская. Раскатываю тесто. И маринарой мажу. Но я не успею помазать маринарой, потому что время уже на исходе. Я же говорил. Два, три, четыре, пять. Ммм, вкуснятина. Теперь... Теперь отдаю. Не разбиваю тарелку, кстати. Отдаю и пошел готовить другую пиццу. Маринару. Еще один уровень.
пепперончини, руккола, вареный картофель, панчетта. Ну, давай сырок. Вот этот хреновину, не знаю, что такое, рукколу. Не, рукколу не хочу, не хочу. Панчетту, вареный картофель и, наверное, зеленый болгарский перец. Какой я молодец, какой я молодец. И какой я все-таки экономный. Моцарелла тертая. Моцарелла тертая вот с этой стороны где-то. Чеснок. А где моцарелла тертая? У меня что, нет моцареллы тертой? Ты шутишь? Вот моцарелла резаная. Блять, кончилась моцарелла тертая. И как быть, как быть? Ну пойдем делать ее. А что поделаешь-то? Тертая моцарелла. Тертая моцарелла должна быть в терке. Ну это ясно. Ай, бля, моцарелла. А моцарелла в холодильнике хранится, да. Ого. Хуяшеньки. Смотри, как много всего. Выглядит так себе. Так, клади. 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 Ну, клади. А что там такое? Тут есть нижний ящик какой или что? Что там внизу лежит? Хрень какая-то лежит внизу, я не пойму, что это там такое. Клади. Бери. Погоди. А почему ты его там внизу оставил? С этой тележкой здесь одни проблемы. То есть она за все цепляется, она все оставляет там, где не нужно. Она... Че, все, что ли? День уже закончился, ничего себе, как быстро. А, 10 часов уже. Еще бы. Да, у меня такого нет. Есть фантина тертая. А моцарелл я не вижу, ну и ладно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Моцарелл тертая. Нужно 96 грамм. Это раз, два, три. Раз, два, три. Салями нарезанная салями. Это вот тут. 64 грамма. Это 8 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Лист базилика 8 штук тоже. Ну это прям, не знаю, это настолько банально. Это даже не салями, это прям ерунда какая-то получается. Наложил-то, блядь. Мастер просто ровные раскладки. Все, готово дело. Угу. Беру, кладу. Ну, выйди. Вуаля. Зажигается пицца, блядь. Серьезно? Круто. Че могу сказать еще? Здорово. Здорово. Просто непревзойденно. Тесто в неаполитанском стиле, блядь. Хорошо, что тесто хотя бы есть. Без комментариев. Я просто похлопаю. Какой я молодец. Хорошо, хоть маринара еще осталось. Вот, блядь, просто я гений. Гений мысли. Сжег лопатку. Дебил, блядь, кусок. Хоть бы без пиццы внутри это делал. Моцарелла тертая. Салями нарезанная. Ну, можно зато переделать пиццу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, поровней стало. Чутка. Базилик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не поровней. Ой, господи. Ладно, давай достаем пиццу вот эту вот. Сейчас как клиенту пойду отдам, скажу. Вот на, жри.
Ну, вкуснятина, смотри, как выглядит аппетитно. Аппетитно выглядит прям не могу. Больше я делать таких вещей не буду. Чё достать надо куда? Чё-то не понял, что за задание там прошло. Я как-то быстро так оно пропало. Дай в телефон залезу. Чё там по заданиям? Доставить пиццу клиенту за 45 секунд после того, как она вынута из духовки. А где ж я это сделал? Я ж этого не сделал. Круто, я задание еще из-за этого не выполнил. Зато песня веселая. Зато веселая песенка. Я лопату еще даже взять не могу, прикинь. Игра просто не хочет, чтобы я в нее играл. Точнее, играл хорошо в нее. Она максимально пытается меня... Да что такое? Максимально пытается меня остановить. Типа, ну какие тебе 5 звезд? Какие тебе быстрые заказы? Какие тебе вот вообще вот... Куда тебе? Говорит мне игра. И все. 5 звезд. Это был последний заказ. Теперь приготовьте ингредиенты на завтра. Давай на этом прощаться. Ингредиенты мы приготовим с тобой в следующей серии, естественно. А на этом всем спасибо большое за то, что досмотрели до конца. Мы увидели, как сгорает лопатка. Нет. И в принципе-то как бы все вроде хорошо. Уровней несколько получили, аж целых, по-моему, 2 новых продуктов кучу наполучали, рецептов там этих новых надают сейчас. И спасибо большое, опять же, за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующих сериях, в других видео. И до встречи, и пока.